Приезд Натальи Николаевны Гордынской из зарубежной командировки не мог не остаться незамеченным. Ведь Мозырь вернулась не просто руководительница клуба «Сайдакай». Приехала одна из лучших представительниц отечественного карате, вклад которой в развитие этого вида спорта на Полесье трудно преувеличить. Безусловно, меня настолько тянет в Беларуси, вот тот период, который я нахожусь в командировке, я каждый день в онлайне, и могу сказать, что, в общем-то, я, конечно, сейчас за пределами страны, но я все время в Беларуси, я все время в своем Сайдакае, и тренируемся, и управляем, и я очень довольна, что наконец-то я сюда опять вернулась, и будем дальше работать. Наталья Николаевна за рубежом не забывает про карате, обмениваясь опытом со своими коллегами, обучая местных ребят этому увлекательному виду спорта, когда-то просто боевому искусству. Я провожу занятия в польском клубе. Значит, между нашим клубом и польским клубом заключен договор о международном сотрудничестве, и я работаю там в качестве тренера. Веду таких же спортсменов, какие у меня в Сайдакае. В общем-то, никакой разницы нет, с какими детьми ты работаешь. Если ты любишь свою работу, то ты будешь востребован в любом месте. Безусловно, я получаю хороший опыт и передаю также, я надеюсь, хороший опыт своим польским коллегам. Что же касается Мозырского клуба карате «Сайдакай», то не сомневаемся, что у него есть новые проекты, новые замыслы, которые придутся по душе спортивным болельщикам столицы Полесья. Что же касается дальнейшей работы нашего «Сайдакая», то он как работал, так работает и будет работать. Вот мы планируем в марте 26 числа наш традиционный турнир «Кубок Полесья». Естественно, я на нем буду, и будут все также представители наших белорусских клубов, которые были и в прошлом году. И надеемся, что в этом сезоне наш турнир будет еще лучше, чем в прошлом. Мартовский турнир «Кубок Полесья» с нетерпением ждут не только представители лучших команд Беларуси, но и зрители. Они за годы существования турнира полюбили это соревнование, занявшее достойное место в соревновательном календаре белорусского карате.